За океаном жизнь в шоу-бизнесе тоже бьет ключом. Анджелину Джоли, например, заподозрили в новом романе. Причем в качестве партнера сексуальной актрисе приписывают камбоджийского режиссера и музыканта. 15 января для любителей ирландского рока стал грустным днем. По неизвестной причине в Лондоне внезапно скончалась солистка группы The Cranberries Dolores, которая приехала в английскую столицу, чтобы начать работу над новым сольным материалом. Джастин Бибер взялся за голову и принялся налаживать отношения с Селеной Гомес. В конце прошлого года, после двухлетнего перерыва, парочка вновь сошлась, и, видимо, чтобы загладить обиды, по слухам, Бибер даже решил посвятить избраннице новый альбом.